Добрый вечер всем из Одессы. 16 марта 2024 года. Нестандартная такая тишина на Аркадийской аллее. Обычно музыка валит с каждой кафешки, с каждого заведения. А сегодня максимально тихо в связи с трауром. Но сегодня объявлен траур 16 марта из-за вчерашних событий. Вчера Российская Федерация нанесла ракетный удар по Одессе, баллистика, и, скорее всего, были выпущены ракеты «Искандер-М». Пуски были с Крыма. И в Одессе был прилет, погибло большое количество человек. По последним данным, 21 или 22. И более 70 человек получили ранения. Поэтому на сегодняшний день объявлен траур. И вот Аркадия соблюдает правила, музыку не включают, хотя сегодня суббота, народа, как видите, гуляет много. Ну и, соответственно, обычно в такое время музыка играет везде, всюду. Сегодня, наверное, на Дерибасовской будет тишина. Хотя, кстати, Дерибасовская очень часто не придерживается. У нас предыдущий траур, когда был после попадания в жилой дом Шахеда, тоже объявили на следующий день траур. Но на Дерибасовской эти концерты там играли. Вот. Так что я не удивлюсь, что сегодня тоже там будут плясать и танцевать. Молодежь, она в новости не особо внедряется. Не особо вникают во всю эту политику партий. Поэтому у них своя жизнь, так сказать. Вот. Ну, в Аркадии, по крайней мере, тихо, спокойно. Без музыки. Молодцы. Вот. Много людей сегодня гуляют, хотя уже вечер. Помимо вечера сообщают о том, что летят шахеды на... Вроде как в нашем направлении. Но это не точно. А, кстати, что еще хотел сказать? Думаю, что так тихо. Уже генераторы не работают, слышите? Уже генераторы выключили. А нет, там он у кого-то работает. В принципе, вся Аркадийская аллея уже без генераторов. А там что-то или Мэри Белли, или булочки остаются с генератором. Вот. Спокойно у нас все сегодня. Относительно тихо. Тревог воздушных не было. Я уже об этом сообщал в предыдущих видео. Такая обстановка. Спокойная, но стабильно напряженная. Хочу вам сказать. Ладно, всем хорошего вечера. До встречи в новых видео. Пока.